Видео начнется со спойлерами. Вау, просто вау. Что за финал у этого эпизода? Пристанище Рука, место, которое некто презирал, стало точкой падения второго дракона в битве, более мертвенной, чем кто-либо мог представить. Королева, которую никогда не была, и Мейли сумерли. Был момент Шрама и Муфасы с Эйгоном и Эймондом. Крист и Коул поняли, что пепел и кость вместо крови и плоти открыли новый взгляд. Теперь перейдем к обсуждению серии и всего, что из нее можно взять. Вот конец четвертой серии второго сезона «Дома драконов». Финальная битва. Последние 15 минут украли шоу. Свидетели эпической битвы увидели в Хагара, Мейлис и Санфайра в воздухе, а также предательство и осознание. Война будет совершенно другого типа. Эйгон не хотел быть дураком, на троне он чувствовал себя недостойным. Он не умеет править, действует по эмоциям, ничего не знает о войне. Брат Эймонд кажется достойным сидеть на железном троне. Эйгон унизил Эймонда, так Эймонд отомстил брату. Эймонд знает, Эйгон неподходящий король, избавил брата от позора. Эйгон чувствовал, что его обманывают, поэтому он полетел в бой против планов Сир Кристона, королевского делателя Коула и Эймонда. И противившись словам матери, на поле боя, увидев брата на Санфайре, Аймонд назвал его идиотом. Показывая свои истинные чувства, и я уверен, что он хотел бы смерти Айгона. Когда Санфайр и Айгон упали после приказа Аймонда Дракарису, можно утверждать, что прежде чем пришел сэр Кристен Коул, Аймонд мог убить его, но его прервали. Держа валерийский меч, меч короля, это показывает, что, как и с Деймоном и Рейнирой, между которыми растет разрыв, так же происходит и с Айгоном и Аймондом. Умер ли король? Не думаю. Рискнуть и убить короля в самом начале смело, но, возможно, это урок для Айгона. Он видел действия брата, и, возможно, динамика между ними изменится. Прошло незаметно, что королевская гавань испытывает трудности. Слышали, что запасы кончаются, монеты заканчиваются, и люди встревожены. Эйгон – король, но чего? Народ бедствует, и из-за блокады он не может помочь, что усугубит ситуацию. В романе целая сцена развивалась иначе. Поговорили, что все три дракона упали во время битвы, и нет намека, что Аэмонд хотел убить брата, приказав Дракарис. Сериал добавляет слоистость истории, возможно, черные более похожи, чем можно думать. Смерть королевы Рейнис, которая так никогда не кончилась в этой серии, была эмоциональной. Она попросила Рейниру отправить ее в укромное гнездо, чтобы она могла встретиться с Сиром Кристоном Коулом. Возвращаясь к девятой серии первого сезона, у нее был шанс закончить все сразу. Но она не сделала этого, и в этот момент она фактически приняла участие в открытии войны. Рейнис испытала грусть в этой серии, и было ощущение, что она теряет контроль над жизнью. Она считала, что оба ее ребенка мертвы, внука отправили, она все больше отдаляется от мужа Корлиса, и, по-видимому, она просто чувствовала, что все будет кончено. Поэтому она предложила Рейнере, что она должна уйти. Я думаю, она знала о большом шансе не вернуться. Но не думаю, что ей было все равно. Когда В Хагар убила Мейлиса и она падала, в ее глазах было почти мирное выражение. Она наконец успокоилась, зная, что конец приближается. Во время битвы она выжила в бою с Хагар и Санфайром, но затем развернулась к Хагар и хотела закончить бой. Вместо того, чтобы убежать, спасти себя, показала, насколько она предана делу. Она осознала, что война уже далеко ушла от исходной причины. И я думаю, она знала, что она должна была начать войну, потому что она знала, как сделать это наиболее эффективно. Джейс хотел зайти туда на драконе и сжечь всех. Это можно представить. При отсутствии контроля Эйрмонда, Эйгона и Джейса, хаос был бы еще большим. Рейнис выбрала совершенно иной путь разница в зрелости между поколениями ей подчиненными и ее поколением. Масштабы кровопролития должны быть минимальными, только необходимыми. Ее смерть – трагический момент, верный образу в серии. Алисента Алисента была беременна от Кристона Коула. Ларис Стронг видел, как она пила зелье. Небольшая, но ключевая роль Алисенты в серии – Видимо, она знает, что Визерис почти уверен, что Эйгон не станет королем. Она обсудила это с великим мейстером, Ларисом, и даже начала патронировать Эйгона. Наверное, она даже не считает его действительно королевской особой. Вот почему искала в покоях Эйгона книги Визериса, обращаясь к истории, для решений сейчас и в будущем. Предполагаю, искала что-то, упоминающее «Песню льда и пламени». Отсутствие книг у Эйгона – символический образ его как правителя не оглядывался на прошлое, пытаясь сохранить затянувшийся мир. Пытался руководить сам, без опыта и совета, не глядя на прошлое. Думаю, Алисента устанет от сына. Отношение с Сиром Кристона Коулом стало новым уровнем после ребенка. Ларис Губка, хранящая информацию, так что при сжатии может начаться утечка. Сэр Кристен Коул, рука короля, и это не обрадовало Эйгона. Деймон жаждет власти и ситует, что так и не сидел на железном троне. Словно его брат обошел его и пошел прямо к Рейнире. В предыдущем эпизоде он хотел, чтобы к нему обращались «Ваша светлость», хотя это Рейнира была королевой. Он захватил Харенхал и просто живет там, не сообщая драконьему камню. Он ведет себя как ребенок, выбросивший игрушки и уйдя обижаться. В этой серии у него было несколько видений, и они были важны. Он начинал с того, что увидел молодую Рейниру в Красном замке и не понимал ее. Она сидела на железном троне, и когда она пошла к нему, он становился все более встревоженным, что казнил ее. Важный кадр короны, гремевший на полу, символизировал две вещи в его голове. Рейнира, кого он любил и хотел сделать королевой. С другой стороны, корона, которую он так желает, и трон, на котором хочет сидеть. Это показало конфликт в его мыслях. Второе видение ⁇ кто-то, похожий на Эймонда. Но когда обернулся, это был он сам с повязкой на глазу Эймонда. Это важно, поскольку они зеркальные версии друг друга. Оба совершили ужасные поступки, например, убийство Люцериса и Джей Хейриса. Оба – младшие братья короля, и оба жаждут власти, которую иметь не могут. Так Деймон, по сути, видел себя в Эймонде, видя параллели между ними. Последний образ, что он увидел себя, видевшего и представившего служанку в виде его умершей жены Лейны. Это как было показано нам что-то еще, что он потерял в жизни. Деймон и Элис Риверс действительно встретились в этом эпизоде, она упоминает о проклятии Харенхала. И вот я чувствую, что пытаемся понять, насколько это влияет на его сознание. Или напиток, что она дала. Или это у него нервный срыв. Мой отзыв о серии. По-моему, это был отличный эпизод. Мне понравилось, как этот эпизод давал возможность заглянуть в мысли многих героев. Как Алисента, теперь понимающая, что Возможно, Визерис не хотел, чтобы Эйгон был королем, или Эйгон, разочарованный в себе, чувствующий, что он не был плохим правителем. Эймонд и ненависть к брату, сэр Кристон Коль и его все больше осмелевающее поведение, Рейнис и пустота в ее сердце, Ларис Стронг и его губкоподобное поведение, Дэймон борется с ревностью к Рейнире и ее положению королевы. Хотя эпизод был всего 50 минут, много событий, посвященное время каждому персонажу. Мы много узнали, и я думаю, с Эйгоном и Деймоном будет ключевым. Визуально окончательная битва просто поразительна. Это был первый настоящий драконий бой этого сезона, и он был масштабным. Когда Вагар вошла в сцену, знал, уровень поднимется, и это произошло. Игра в этом шоу действительно выдающаяся, но для меня в этой серии украли все Эймонд. Эйгон и Рейнис. Заглянув в их умы, мы увидели больше персонажей и настоящую человеческую сторону. У них были проблемы, которые могут быть у многих из нас. Пустота, одиночество и большой гнев. Чувство ничтожности и зависти. Возникло чувство сопереживания к многим. С каждым эпизодом Сир Кристен Коул становится все лучше. Он превращается в злого человека. Его эго погубит его. Кадр отхода после убийства лорда Дарклина был мощным, а изображение его ухода, когда все преклоняют колени, было великолепно. Не уверен, насколько этот сезон хорош, как первый, но есть время для изменений. Окончание этого эпизода определенно на уровне крутых моментов шоу «Первая битва войны между драконами», думаю, все станет только мрачнее. Вот и все.